Привет, сегодня у нас новый ролик на канале, снова на канале подписчика, открытие. И у нас накоплено на этом аккаунте 9000 очков РП. Я уверен, что мы что-то обязательно с этого выбьем. Смотрим, что он хочет. Он хочет этот костюм из мифических. У него много чего из этого нету. Но больше всего он хочет определенное оружие. Но я не буду показывать какое, потому что я покажу, оно еще не выпадет. Почему-то в последнее время это работает именно так. Но я так понимаю, Гранта 2 точно будет. Поэтому запускаем. Первая десятка. Ага. Головной убор и серебро. Ну такое себе. Очень хочется хотя бы в каждой десятке видеть Легу. Вторая десятка. И это у нас... Это у нас эпики. И открываем. Третья десятка. Нам всякое нужно открывать десятками, потому что так выгоднее. Да. Но пока это незаметно. Давай оденем какой-нибудь такой костюмчик. О, вот! Пошло дело. Ну, не та М-ка, конечно, но... Тем не менее, дело-то пошло? Пошло. Так, хорошо. Игре не нравится, что у нас есть мумия на этом аккаунте. Пробуем эпики. Что выбьет нам этот эпик? Я еще так не открывал. Но, видимо, это так теперь работает. И... Подлагиваю немножко... Это так работает, все. Так, эпики. Головной убор, мех освещения. Тут самое главное понять, что от тебя игра хочет. Какой прикол она придумала. Теперь ищем следующий эпик, который нам... Вот давай вот этот. Он как раз у нас из самых последних. Что нам выбьет этот эпик? Этот эпик сломал эмулятор, поэтому мы сейчас будем перезагружаться. Суровый эпик, который сломал игру. Но не сломал наш дух, чтобы получить мифики. И открываем. Мифик! Я понимаю, что это не тот, но это мифик. Это мифик. Это причем тот аккаунт, которым уже снимали. Тоже открытие, и тоже падал мифик. Мифики сыпят, и давай. А не, подожди, стой. Продолжаем нашу традицию. Этот костюм сработал на ура. Что бы такое еще надеть, что понравится PUBG? Ну вот это прям такой олдовый костюм. Максимально мужской. Поэтому открываем дальше. И следующая десятка. Я думаю, там Лего, однозначно Лего будет. Леги сыпят, но не те пока. Ага. Я не угадался. О, костюм прогулка. А давай его попробуем. Теперь возвращаемся. Так я еще никогда не открывал. Но оно работает, работает же. И... Да что ты будешь делать, ну? Ну давай этот у нас набор наденем. Это прям сет будет. Извиняюсь перед подписчиком, что я ему эту суматоху навел. Но ради благого дела стоит. Вот, пошло дело. Ну, чуть-чуть совсем идет, но тем не менее. Отлично, уличная репутация. Три костюма и, по-моему, у нас там три открытия и осталось. Ой, как плохо-то. Мало того, что суматоху тут навел с костюмами. Да, вот этот. Чем страшнее, может, тем лучше. Да. Парню розовая броня костюм. У меня, кстати, такого, по-моему, нет. Он вроде в обменнике был именно. Так, ну что? Что сделаем? Я думаю, знаешь, что попробовать? Давай попробуем мифик, который мы выбили в прошлый раз. А вдруг это что-то значит? И... О, он, кстати, красивый. Подводный хищник этот. Я помню, кстати, сам с ним ходил какое-то время. Ну, такой боевой, солидный. Он, кстати, персонажу очень хорошо подходит. Ну что, осталась у нас с тобой последняя десятка. Во что одеть? Давай... В халатик. Почему бы и нет? Там, конечно, по-моему, еще единичками можно будет. Но буквально пару раз. Это просто ужас. И... А, еще две десятки. Тьфу, две десятки. Две единички. И последняя. Ну, в общем, вот. Это оружие, которое он хотел. Да. А получил серебро. В общем, такое открытие. Не знаю, насколько хорошо. Ну, эпики хорошо насыпали.
по легам. Этот костюм, я считаю, смотрится солидно. Такая М-ка, СКС-ка, вот эта голова. И розовая броня. Почему бы и нет? Ну и эпик. Ой, эпик. Мифик. Костюм. То есть, если мы берем с этим, ну, солидно же смотрится. Более-менее. В общем, вот такое у нас получилось открытие. Большое спасибо подписчику за аккаунт. Рассказывай, что выпало тебе в этом сезоне. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения и до встречи в следующих роликах.